Російські вояки досі блокують 2/3 українських військових частин. До п'ятниці нібито оголошено перемир'я. Але на півострові знову викрадають військових командирів. Останні новини від Кримського медіа-центру Міноборони. Вчора, 17 марта, в районі 17 часов була встановлена робота точки дальнего авианаведения, которая дислоцируется в селе Плодовое. Это в окрестностях Севастополя. По информации источников, группа неизвестных вооруженных людей на двух автомобилях прибыли на территорию объекта. Начали стрелять в воздух. Забрали с собой командира этого объекта, подполковника Анатолия Кальяна, и убыли в неизвестном направлении. Где в настоящее время находится украинский офицер, неизвестно. Сегодня утром, в районе 9 утра, 30 представителей самообороны Крыма прибыли на территорию квартирно-эксплуатационной части Симферополя, представители самообороны. Забрали с собой начальника КЧИ, подполковника Владислава Нечипаренко, посадили в желтый автобус, микроавтобус, уехали в неизвестном направлении. Из Феодосии сообщают, что в эти минуты на территории военного санатория работают пока еще не установленные лица. Они осматривают территорию военно-медицинского комплекса. Есть информация, что такие визиты сегодня состоятся во все военные санатории Крыма.